Приехал мой котельчик. Транспортная компания классно все привезла, отлично. Все супер. Целенькое все. В рештовке такой. Классно. Еле с водителем сняли его. Снял пленочку. Без пленочки. Все классно. Все с проставочками. То есть завод молодцы, конечно. Тут выше всяких похвал. Это, конечно, замечательно. Такое отношение к клиенту, это, конечно, супер. Вот так он пока выглядит. Сейчас открою. Посмотрю, как он, что он внутри собой представляет. Так только на сайтах видел. В натуре его нигде не видел. Сейчас будем рассматривать. Ну и вот сам котел. Вот как он выглядит без рештовки этой. Это, конечно, супер. Супер красавчик. Конечно, рано говорить за производительность его, за как он будет себя вести. Но это уже зима покажет. Сейчас, сегодня 12 апреля. Уже тепло, ну, только останется подключить, может, конечно, проверю, посмотрю, не знаю, как получится. Вот так вот, что интересно, что номер котла, дата изготовления апрель 21 года. Это я заказал его 5 числа, 5 апреля я его заказал, то есть вот так вот. 6-го он у меня из завода выехал. Сегодня 12-е. Ну, попало просто 2 дня. Суббота, воскресенье. И немножко задержалась посылочка. О, смотрю, вижу, есть тут инструмент с ним еще. Посмотрим, что, как он. Откроем, что он себе представляет. Ага, вот. О, ну это, конечно, приятно. Приятная вещь. Как говорится, мелочь, но приятно. Отлично. Топочка такая, но не видно, темно. Выход идет, 3 выхода. Под наклоном идут на выход выше. Снизу идет регулировочная дверка. Вот еще. Ага. О, я такого ни у кого не видел. Я не знаю, есть или нет, но появилась вот такая вот посудинка, которая будет принимать остатки не сгоревшего. Ага, документация. О, еще какой-то небольшой, но подарок. Это, наверное, сбросной клапан. Скорее всего. Наверное, потом открою и посмотрим. Да, ну, скорее всего, да. Ну и документация. Это понятно. Идет плита металлическая. Ну, где-то миллиметров, наверное, 7-8. Так, на глазок. Стоит хорошо, плотненько. То есть топочка небольшая. Именно по длине. То есть мне надо где-то такая для отопления, потому что буду топить углем. Металл, ну, металл четверка. Не знаю, на сайте написано пятерка. Ну, то ли пятерка, может там, может нет. Ну, скорее всего, что, наверное, нет. Может, ошибка. Потому что на разных сайтах есть разная толщина металла. Где-то пишут четверку, где-то пишут пятерку. Никто не знает. Покажет вскрытие, как говорит один врач. Вот так. Доставочка отличная. Пришло компанией. САД отправили. Не знаю, новой почтой. Говорили вроде за новую почту. Ну, в принципе, мне какая разница, чем приехал. Главное, что приехал.
целенький, невредимый. Все в порядке. Но пока так. По техническим характеристикам пишут, что это 10 киловатт. Не знаю, десятка идет с тремя трубами выхода, а двенадцатка идет, я так понял, с пятьми. То есть или то неправильно, или она двенадцатка, а то 16 или 14. Что-то там тоже неправильно написано на сайте было. Ну, это такое. Мелочь. Выхода под турбину получается сейчас 3. То есть его можно поставить справа, слева и на дверках. Потому что на старых сайтах есть на дверках просто, ну, они черные вроде бы двери, и нету. А тут уже появилось, можно поставить то ли вперед электронику, то ли по бокам. С каждой стороны есть. Это меняется. Заглушку снимаешь и ставишь. То ли этот клапан, то ли электронику, вернее. А под механику один идет с одной стороны. Если смотреть, то на него, то с правой стороны. С левой нету. Вот так вот. Вот и все. Занес его в будущую котельную. Поставил, ну, нужно будет, конечно, залить ему такой маленький помост, приподнять его сантим на 5, чтобы было удобнее его и чистить. Ну, а так, в принципе, я доволен, неплохой вроде бы. Посмотрим, конечно, уже сейчас вряд ли получится там на полную мощность испытать его, но потому что уже тепло, апрель месяц уже, все, отопительный сезон окончен. Там, я думаю, что что-то отсниму, ноябрь, декабрь, как он горит, как время туда, ну, то есть все полностью, все характеристики. Не спрашивайте, где купил, это, ну, интернет. Супермаркет, так называемый. Доставочка бесплатная. Но могу только сказать, покупайте сразу, можно даже с завода, я думаю, производителя. Все можно найти по названию, забиваете, и будет вам счастье. Они отправляют, видели, хорошая упаковочка, то есть все четко, все. А если будут уже совсем не терпешь узнать, у кого я купил, ну, спросите в личке, напишите, я отвечу, если кому-то сильно там надо будет. Ну, а так все. Думаю, до скорой встречи, когда она будет, это ближе к зиме. Ну, а пока так. Все, всем пока-пока. А еще забыл сказать, ну, за документацию, ну, как бы все есть, все прописано, номер, как бы, как старые добрые времена, ОТК. Я ее, правда, еще не читал, уже вечерком сяду, перечту, что они рекомендуют, как обслуживать и все остальное. А и вот это вот, как я и говорил, что это разрывной клапан, инструкция такой на 2 бара, вроде бы называется бара. Вот. Работает, все отлично. Ну, вроде, говорят, нельзя. Сейчас, да, написано вон 2 бара. Сверху. О. Вот так будет стоять. Примерно. Ну, спасибо, как бы.
Нигде я не знаю, не читал, что она идет в комплекте. Но она есть. Вернее, он. Клапан. Ну, теперь все. Теперь еще раз пока-пока.